Давайте, если можно, пройдем в зал, да, Боря? Да, на спуске, да? Да, да. Ну давайте, здравствуйте. Давайте я пока буду вас развлекать, а потом будем задавать вопросы. Ну, тяжело как бы осмыслить происходящее. В это никто не верил, но, знаете, мы с ними поменялись местами. Вот так вот. И сейчас подойдет Геннадий Легович, он же Гена. Мы ответим на любые вопросы, но, если честно, хотелось бы просто говорить не о прошлом, а о будущем. Почему? Потому что история как бы нашего, так сказать, побега, она всем известна. Я все время над ним смеюсь. Но, знаете, когда криворожские недоумки довели ситуацию до такой степени, что обо мне написала первая полоса New York Times, ну это действительно как бы сюрреализм. Поэтому смешно действительно получилось, если бы не было так грустно. Поэтому история, как бы, которая с нами случилась, она всем известна, она написана в интернете, в статьях, в израильском телевидении освещена, я не знаю, на моей странице в Фейсбуке. Поэтому давайте, наверное, лучше говорить о будущем. Ну а так задавайте вопросы. Борис, на своей страничке вы публиковали в Фейсбуке, так сказать, расстрельный список виновников, людей, которые причастны к неправомерному применению силы участникам акции протеста. Здесь Вилку, Колесников, Гудот. А можете прокомментировать? Куличенко. Все, я понял, Саша, спасибо. Давайте, да, смотрите, это на самом деле не расстрельный список. Ну, это, и даже он не иллюстрационный. Это список, знаете, как вот в Израиле говорят, опять же, есть такой центр Симона Визенталь. То есть там все кричат, не забудем, не простим, все. Но на самом деле забыть и простить это невозможно. И вы прекрасно знаете и понимаете, и вы были участниками этих событий. То есть эти выродки раздали оружие бандитам криворожским. И из этого оружия стреляли в ваш. И сейчас эти выродки сидят в своих кабинетах и делают вид, что их это не касается или как-то рассосется. Я просто не хочу сейчас заводиться, как бы. Поэтому это была моя инициатива. То есть мы люди информированные, вы люди информированные. Всем понятно, как это произошло. Этого забыть нельзя. То есть нельзя забыть и это оставить спокойно. У нас есть масса информации, в том числе информации, которая, грубо говоря, исходит, так сказать, из каких-то кулуаров. Я хочу ее вместе с вашей помощью, и сейчас, когда выключат камеры, мы уже будем говорить, так сказать, о деталях, с вашей помощью эту информацию систематизировать, задокументировать и передать в правоохранительные органы. То есть, ну, как бы мы говорим о совершенно очевидных вещах. И вы участниками всех этих событий были. То есть никогда в Днепропетровске бандиты не ходили вместе с милицией и не избивали людей. Никогда. И самое главное, что эти люди, которые в этом списке, сейчас сидят в управлении внутренних дел, в СБУ и кривляются. Например, господин Ковтун, начальник отдела К СБУ, который является учредителем охранной фирмы КРОК, сейчас сидит и кривляется и говорит, я же не при делах. А на самом деле я сейчас все свои проблемы решу через депутата от БЮД Зензерского и останусь на своем месте. То есть он просто должен понимать, Ковтун, компания и же с ними, что мы костями ляжем, но на своем месте они не останутся. Здесь очень здесь детализированный список, но не хватает как минимум двух фамилий, потому что Саша, смотри, давай так. Саша, подожди, я тебя прошу. Марчук и Супа. Саша, я тебя прошу, не хочу тебя перебивать, я понятно, что вы потом порежете все. Мы потом сядем. Марчук, Ступак. По Ступаку есть разная информация. Одни говорят, что Ступака в это дело вставил Вилку. Другие говорят, что он принимал участие. Мне реально ребята пишут в Фейсбук и говорят, мы видели собственными глазами, как Ступак, так сказать, ну то есть понятно. Давай не обсуждать детали. Список на самом деле он прикидочный. Это то, что кажется мне. Мы сядем, подумаем, определимся вместе с вами. То есть это как бы начало работы. Это комиссия, и еще раз, давайте уже как бы под запись, то есть мы объявляем о создании общественной комиссии по расследованию неправомерного применения силы при разгоне мирных митингов. И каждый из сотрудников правоохранительных органов, а также должностных лиц органов власти
начиная с вице-премьера Вилкула, который давал команды, и мы точно это знаем, должен понести за это ответственность. И мы вас всех, юристов, журналистов, общественных активистов, представителей политических партий, приглашаем в эту комиссию. И будем благодарны за помощь, участие и различные, так сказать, содействия в этом деле. Спасибо.